Вот как-то так, ё-моё. Я в лес собралась. Вышла из дома, а тут ливень пошел. Вот как вы хотите? Как вы хотите, а? Я все равно поеду, раз я собралась. Тучки какие-то непонятные, они, наверное, сейчас уйдут. Вот я и в лесу. И даже погода за меня. Спасибо тебе, лесочек, спасибо тебе, небеса, спасибо тебе, боженька. Дождик кончился. Я прям заехала в лес, он еще был. Да, конечно, мои места, где я собираю мох. Сразу скажу, для орхидей собираю, поэтому, кому интересно, добавляйтесь ко мне в контакты, и вам достанется. Ну, а пошла еще немножко погулять, может, грибочков каких найду. Мох набрала. Надо было сумочку с собой взять. Коры набрать. Кора, кстати, у меня тоже есть. Ой, какие хорошие кусочки валяются. Сюда за корой я приеду позже. Обязательно. У меня еще в другом месте целая горка наложена. Заехать надо забрать. Может, сегодня и заберу. Мха чуть-чуть все равно набрала. Очень сырой. В тот раз собирала, он уже был чуть-чуть подсушен. А сейчас вообще прям сырой-сырой. Поэтому набрала всего чуть-чуть. Ну, всем хватит, не переживайте. Он у меня есть. Просто езжу, помаленьку набираю. Ну, у нас дожди. У нас прям все это время дожди. Не хочет к нам лето приходить в этом году. Поеду вон туда машину. Отгоню и там похожу. Комары появились. Такое ощущение, что я в лесу не одна. Как будто кто-то где-то ходит и разговаривает. Вон в той стороне. Ну там вообще сыро, там тоже болото. Моя ласточка стоит. Я когда заехала, зашла, ну, в то место, где мох собираю. Кукушка прямо надо мной кукукала, летала и прям возле меня. Ку-ку, ку-ку, мы тебя рады видеть. Это так было интересно. Но мне было не до съемок, я... Цель была мох. Вот опять эти же грибочки все стоят, их никто у нас не собирает. Видите? Ох, комары прям. Никто у нас их почему-то не собирает. Одна я, наверное, собирала. Смотрю, маслята, говорят, пошли. Но у нас еще очень холодные ночи, поэтому навряд ли. И подосиновики. Крысикуки, я их называю. Тоже, наверное, у нас еще рано. У нас очень холодная ночь. Так, пошла в машину, набрызгаюсь. То сейчас меня съедят. Прям слышно, кто-то разговаривает.
набрызгалась, комары вроде меня не едят. Смотрите, какая красота. Кстати, черники очень много. Ягодок. Прелесть. Красотища, скажите. Знаете, какой воздух классный после дождя. Фух. Не вижу ничего. Видно вам или нет? Сколько коры, да? Хороший будет урожай в этом году черники. Смотрите, сколько ее тут. Прям усыпано. Красота. Дятел как постарался. У нас опять дождик собирается, капает. Я набрала чуть-чуть коры еще. Грибочков ни одного не нашла. У нас еще рано с грибочками. Здесь кто-то порылся. Наверное, кабанчики. Кто так еще разрыть может? Только кабанчики. Ну, у каждого дерева. Значит, да. Значит, тут они были. Видите, опять прям пасмурно стало. Но птички поют. Ветер поднимается. Как будто вечер. Время обед уже. Еще всего лишь. Все, дождик пошел. Выгоняет меня из леса. Не хочет к нам в этом году тепло приходить никак. Конечно, какие грибы? Ночами холодно.
Вон стоят только эти монстры. Ой, коры сколько опять. Смотрите, огромные какие. Ой, какая кора хорошая. Хоть за пакет, за сумкой иди. Смотрите. О-о-о. Вон еще монстры стоят огромные. Их тут много. Блин, мне не хочется оставлять такую кору. Смотрите, толстенная какая смачная. Вон она. Блин, пойду за сумкой. Сама природа одаряет таким богатством. Ой. Как можно оставлять, когда наткнулась? Машина не очень далеко. Сейчас схожу. Чтобы зря. Ну и так не зря. Погуляла. Мха набрала. Вон какие смачные. Сколько добра. Дождик, зараза. Ладно, приеду в следующий раз. Найду. А вроде кончился. Значит, пойду за сумочкой. Ну, не кончился такой, моросит. Ну, не особо мочит. Да, грибов у нас еще нет. Все свои места проверила, вообще ничего нет. Кто-кто, а я-то пустая, из леса не уеду. Чего-нибудь да наберу. И все нужное, и полезное. И солнышко сразу вышло. Не хочет меня отпускать из леса все-таки природа. Фух. Красота. И чё вы нам все себя показываете, и себя нам лес показываете? Ну, извините, мои хорошие. Кроме вас у меня еще есть родные и близкие, которые, которым на память останутся все мои видео. Архив моей жизни. Так что, кому не нравится смотреть на меня, не смотрите. А мне нравится. Пускай внуки видят, какая у них бабушка была. Трудолюбивая, природу любила, лес любила, грибы, орхидеи. Ой, что это было? Кто-то кого-то задавил, наверное. Здесь уже дорога не так далеко. Где пойти-то? А, кто-то в лес заезжает. А, нет, развернулись. Просто солнышко какое, да? Класс. Я в шоке.
Представляете? Наркоманы в лесу. Их привезли на машине, выгрузили. Они идут с этим, с навигатором. Ищут, ищут, куда им положили. Да, город-то у нас спокойный. Но последнее время их так стало много. Кошмар. Что даже в лесу прячут. Кошмар. Поедем в другой лесок, заедем. Может, там чего найдем интересного. Красиво. Господи, опять этот крест. Пошла другой дорогой и на него опять наткнулась. Там разрыто, что ли? Нет. Ой. Тишина. Еду я домой, мои хорошие. Поеду к орхидейкам. Позанимаюсь с ними. Пчелки летают. Здесь дорога тоже недалеко. Поэтому шум слышно. Нет у нас еще грибов. Кто тут-то на нос мне сел? Так что за грибами будем ездить позже. Когда ночи станут потеплее. У нас очень холодные ночи еще. Вот. Красота, скажите. Что-то устала маленько. Передышала свежим воздухом.
кажется, у нас град. Ну да. 29-е, по-моему, сегодня у нас число. Не помню. Град, зараза. Видали какой? И кончился. Интересно, природа. Офигеть. Поехала в лес с дождем, по лесу походила, дождя не было. Еду обратно, опять дождь. Вот как так? Кто знает, к чему это? Это хороший знак или плохой? Это прям стеной фигачит.